Всем привет! Сегодня я покажу, как вот у меня снята фара на ВАЗ-2110 и как я ее устанавливать буду. Ну, то есть, как снимал, я не показывал, потому что еще не знал, как она разбирается. Но потом, когда установлю, постараюсь точно так же быстро показать, как она снимается. Вот она. Вот. Порядок действия при установке. Берем фару. Вот здесь вот, вот видите, здесь вот такая прорезь есть. Вот эта прорезь, должна зайти вот в этот винт. Даже сказать не винт, ну, можно сказать шпилька, которая вмонтирована в кузов. И на нее сверху завернута гайка. Гайку все отворачивать не обязательно. Вот. А саму фару вставляем вот этот вот проем. Вот видите, эта шпилька вошла, гайка отпущена. Здесь сверху один кронштейн, второй кронштейн. Специальные углубления сделаны с резьбой с этой стороны, с этой стороны. И вот третья часть, которая должна крепить фару. Задвигаем. Стараемся, чтобы все совпало. Немножко, видите, как бы, но совпадает, тем не менее. Здесь будем закручивать в последнюю очередь. Потому что здесь у нас идет подфарник. Вот он. Мы его должны, после того, как я вот здесь закручу, опа, вот это место закручу. Подфарник же будет мешать его закручивать. Я буду устанавливать подфарник. Вернее, ну да, здесь у нас поворотник. Да, это поворотник, даже не подфарник, а поворотник. Ошибся. Подфарник находится в самой фаре. Еще раз установили, совместили. Вот у нас есть такие болтики. Сами болтики на 6. Головка, вот эта головка, шестигранник, на 8. Под него, естественно, шайбочку. Легко идет от руки. И третий болт. Да, ё-моё. Третий болт. Это почему-то туго идет. Ничего, сейчас смажем. Смазал, пошла немножко получше. Так, здесь немножко подкрутим, здесь подкрутим точки. Так, в принципе, фара стоит, все, ее уже никуда не сдвинуть. Ну вот еще есть четвертое место для крепления. Так вот, здесь надо, придется затянуть, потому что я потом не подлезу, снизу тяжело подлезть вот. И сбоку здесь будет стоять поворотник. Что самое интересное, вот здесь вот крепится ключом на 10, а все остальные болтики ключом на 8. Выворачиваем. Сильно не усердствуем. Так, подтянули, потому что все-таки пластик. Вот так вот. Ньютон 7-8. Достаточно. Кому нравятся ньютоны. Так, все примерно по тому, смотрим по той фаре, примерно, чтобы одинаково выступало. То есть вот здесь где-то вот полпальца, и здесь полпальца, все нормально. Теперь подтягиваем ключом на 8. Под каждым болтиком
обязательно должна быть шайбочка, чтобы не раздавить. Все, фара стоит. Теперь на самой фаре есть два крепления. Вот смотрите, если изнутри заглянуть, вот один саморез, вот он, и вот второй саморез. Мне нужно их выкрутить. И вот здесь вот еще есть у нас штырек. Вот он, штырек на фаре. То есть на него вот этот поворотник должен одеваться. Вот смотрите. Одеваем. Нет, сначала сталкиваем. Сталкиваем. И вот на поворотнике вот эта штука должна одеваться. А вот эти два кронштейна, вот один, два, прикручиваются к фаре. А вот эта должна одеваться на штырек. Вот на этот штырек. Ну, пробуем. Пробуем. Все, поворотник я поставил на место. Но для этого мне пришлось все-таки, видите, вот так вот чуть-чуть верхние болты открутить. Ну как чуть-чуть, открутить верхние. Вот этот первый болт и второй болт открутить. Потому что прям вот буквально миллиметра не хватало, чтобы вот тот штырек одеть. Вот если изнутри его не видно сильно так. Хотя вот так может быть. Вот так может быть. Вот штырек хотелось одеть. Теперь на эти два кронштейна пластиковых. То есть вот этот вот и вот этот верхний нужно закрутить саморезы. Попасть. Пока не закручиваю верхнюю часть, потому что кто его знает, может не попаду. Тут все должно шевелиться, когда входит. Чтобы закрутить мне эти саморезы, тут почему-то сделали внутренний такой вот шестигранник, еще и лепестковый. Я не знаю, для чего вот эти вот такие сложности, почему обыкновенный болт не закрутить. Ну, видимо, какой-то преследовал, типа, чтобы меня крутили самовольно. Вот этот шестигранник. Вставляю. От руки его тяжело крутить, поэтому есть маленький вороток. Ну и удлинитель нужно еще. Такой удлинитель. Как всегда у нас сборка советского авто, российского, идет сопряженная. С травмами. Поранился. Поэтому будьте готовы к этому. Еще раз покажу, откуда что крутить надо. Вот я вставляю свою приспособу. Видите, саморез, в котором надо же шестигранное лепестковое отверстие. То есть не просто 6 граней, а еще и лепестками. Головка Т20 написана на ней. Не знаю, что это означает. Так вот. Затянул я. Затянул, прикрутил. Ну, видимо, некоторые люди, я разбираю не часто фары. Может быть, сразу в сборе надо одевать вместе с самой фарой и с поворотником. Но тогда сложности закручивать вот этот вот болт. Вон он, болт вот тот. Да, ну вообще невозможно подлезть. Как-то все-таки производители могли бы и подумать. Ну что, и ставим на место вот эти болты, которые здесь были откручены. Я сначала их закрутил по незнанию. То есть сначала все три закрутил. А теперь, видите, ни один не затягиваю, пока все не поставлю на место. Все, вроде бы фара на месте с поворотником. Там все притянуто, затянуто. И осталось вот эти три болтика закрутить. То есть вот один, два и вот этот третий. Ну вот видите, как я уже показывал, поранился. Ну, в принципе, все. Фара у нас на месте. То, что вот здесь вот немножко ниже, выше. Ну-ка, на этой стороне. А на этой стороне неизвестно. Выше, ниже. Короче говоря, не обращайте на это внимания. Это ВАЗ. Все. Разборка в обратной последовательности. То есть сначала откручиваем один
два, три. А, еще радиаторную решетку надо будет снять. Один, два, три. Потом у вас фара начнет шевелиться. Открутите вот эти вот внутри два самореза шестигранные. Один, два, под шестигранник лепестковый. Вытащите поворотник. И там еще внутри есть гаечка, которую вы просто так не подлезете. Итого получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 разных гаек, болтов. Надо будет открутить, чтобы снять одну фару. Фара снималась для ремонта. Тут вот видите, разъем. Сейчас я одену его на место. Вот так. Почистил разъем, поменял там еще разъемы. Почистил контакты. А, вот здесь еще у нас на поворотник надо поставить. Темно, третьей руки нет, чтобы на подсветку. Опа, вот он. Вот оно. Все, я думаю, должно все гореть нормально. Потому что перед тем, как ставить, проверял.